Курник — это вообще очень простой инструмент, очень простой тренажер, на котором можно делать большое количество различных комплексных упражнений. Я люблю подтягивания очень, вы знаете. Но кроме подтягивания на турнике можно выполнять такое упражнение, как подъем ног к перекладине. При этом у вас работает спина, руки, плечи. Ну и самое главное, вы хорошо прорабатываете мышцы пресса. Четыре-пять подходов, и через 2-3 недели у вас будут ярко заметные кубики пресса на животе.